Оксана – жительница Украины. В один обыкновенный день к ней вошла соседка и попросила на несколько часов посмотреть за малышом, пока она ездит в столицу по очень важным делам. Добродушная женщина пожалела молодую маму и согласилась смотреть за малышом. Как только молодая соседка ушла, Оксана посмотрела на оставленные вещи и на сердце стало неспокойно. Ее посетили странные мысли, зачем так много вещей, ведь малыш останется ненадолго. Как и почувствовало сердце Оксаны, соседка так и не вернулась. Малышу тогда было около 2 лет, и выглядел он голодным, изнуренным и неопрятным. Все вещи, которые были при нем, оказались изношенными и грязными. Позже Оксана узнала, что мальчик часто жил по соседям, а иногда оставался дома один без еды. Оксана с мужем стали искать соседку, чтобы вернуть мальчика. Они узнали, что так называемая мать и первого ребенка оставила на отца и сбежала. Наконец ей удалось найти в одном из притонов и каким-то чудом уговорить отдать документы на сына. Это позволило Оксане начать процесс усыновления. Женщина признается, что мальчик сложный, но она верит, что малыш не случайно появился в их жизни. Она готова преодолеть все сложности, лишь бы малышу было хорошо. Они всей душой его полюбили. Мальчик сильно привязался к ним и считает их своими родителями. С того времени он живет со своими новыми, любящими родителями и очень рад этому. Если вам понравилось данное видео, оцените его, пожалуйста, лайком и напишите в комментариях ваше мнение. Большое спасибо за просмотр.